Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это второй новостной блок War of the Worlds. Итак, для начала, хотелось бы вам продемонстрировать то, как в настоящее время изменился реализм и графика в игре на таких моментах, когда военные атакуют треножников и сцены боевки. Посмотрите на вспышки, игру света и трассировку снарядов. Немаловажная новость, и как следует из названия видео. Разработчики полностью завершили работу над треножниками, они полностью функциональны. А также завершена работа над зондами. Вспомните моменты фильма 2005 года, поймете, о чем я. Сначала предполагалось, что зонды будут проникать внутрь здания и искать людей по определенно расставленным точкам, но в финале зонды приобрели невероятно умный искусственный интеллект, который будет активно искать людей при поиске в зданиях, и зонды будут очень непредсказуемы в своих движениях. Так что вам придется максимально быть осторожными. Зонды смогут теперь с легкостью подниматься по лестнице вверх, искать вас в подвалах, под столами и кроватями. Как по мне, с такой разработкой игра становится еще сложнее на выживание, интереснее и захватывающее. Но пока что не определено, чем точно будут заниматься зонд. Но есть уже три точно поставленные вещи от разработчика. Первое. Зонд при обнаружении вас захватит вас щупальцем и утащит в корабль пришельцев. Второе. Треножники просто уничтожат вас в здание. Третье. С корабля треножников спустятся те самые пришельцы, чтобы обнаружить вас и убить. Следующее, что еще хотелось сказать, то что разработчики приступили к активной фазе разработки самих пришельцев. И скоро мы увидим стрим. Обязательно ставь палец вверх, подписывайся на канал и жми колокольчик.